Привет, друзья! Меня зовут Людмила Мандель. Я онлайн-преподаватель английского по фильмам и сериалам. И в этой серии видео мы продолжаем с вами разбирать классные фразы из сериала Why Women Kill, современного, яркого, невероятно красивого сериала, который идеально подходит для студентов невысокого уровня и для тех, кто еще никогда не занимался по фильмам и сериалам. В этом видео я хочу познакомить вас еще с одной фразой из этого сериала. Она звучит так. That's not the point. That's not the point. Не в этом дело. Вообще, эта фраза звучит очень часто и в утвердительном смысле, когда мы говорим «that's the point». Например, в фильме «Стажер» есть такое выражение, когда Бен удивляется, что, мол, что массаж можно делать во время работы, и он отвечает, что «that's kind of the point». «That's kind of the point», то есть в этом-то и дело. То есть в этом вся суть. Так и здесь. В этом сериале используют один из героев, который в диалоге использует эту фразу «That's not the point», который хочет сказать, что дело не в этом, что проблема заключается совсем в другом. I don't mind the van. No, that's not the point. Simone, he cheated on you with men. It's a flower. No, that's not the point. Of course it works. That's not the point. Of course not. That's not the point. That's not the point. We haven't done anything. That's not the point. Роскошная фраза, друзья. Обязательно постройте свои диалоги с этой фразой. Обязательно примените ее и постарайтесь включать ее в свою речь. Помните, что фразы сами в вашу речь не переходят автоматически. Вы их переводите туда сами, целенаправленно. Поэтому работайте в этом направлении, и если фраза вам приглянулась, постарайтесь употребить ее в своем разговоре, в разговоре с носителем, или просто, не знаю, описывая какую-то картинку или пересказывая что-то прямо в ближайшие дни. Закрепите эту фразу в своей речи, и она вас будет выручать. На сегодня все. Увидимся, услышимся в следующем видео. Пока!